Привет. Попав в деревню смотрителей, мы встретим начальника смотрителей костра, который даст нам квест найти пропавшего смотрителя костра. Итак, для начала нам необходимо будет зажечь все костры в деревне. Бегаем, разжигаем. Вообще квест такой достаточно длительный, и придется побегать по всей карте, чтобы его выполнить. Надеюсь, награда будет того стоить. Еще один остался, вот он. Все, разожгли. Дальше что? Найти деревню пропавшего смотрителя костров. Нет, дальше надо будет подбежать к колодцу. Так, с колодцем поговорили, и что-то, по-моему, вот тут. Что-то на земле. Заплесневелый бутерброд. А, нет, это просто прикол. Вот, в колодце проверили, теперь разговариваем опять с начальником. Очень тревожные новости, он всегда казался немного странным, этот новичок. Холод может действовать на некоторых людей необычно и вызывать у них странные идеи. Предлагаю осмотреть его дом в Айронхолде. Отлично. Отправляемся в Айронхолд. И прибежав в Айронхолд, нам надо поговорить с женщиной, которая стоит вот здесь, вот за домиком. Петрониль. Мой сын, с ним что-то не так. Он появился здесь час назад, он должен был быть на службе. Он смотритель костров. Не понимаю, зачем он пришел сюда. Он кричал, что в его голове что-то происходит, а потом ушел в горы на севере. Нажимаем, я поищу его. И теперь нам надо отправляться в горы на севере, но он будет явно не там, где надпись. А где он будет, сейчас я вам покажу. Итак, самого смотрителя костров мы найдем вот здесь на карте. Это прям в горах находится, я же говорил, это не там, где надпись, да? Совсем не там. То есть получается, если забегать вот отсюда, ну, в общем, найдете. Если будет затруднительно, то увидите кровавые следы, такие огромные, да? Их больше, в принципе, тут нигде нету кровавых следов, то знаете, что в одной стороне из этих следов как раз-таки ваш смотритель костров. Он в моей голове, белый призрак, зовет меня с гор, я должен пойти туда, в пещеру. Окей, после этого квест тоже не заканчивается, мы идем сюда, в пещеру, где нас будет ожидать небольшой бой. Призрак, 17 тысяч здоровья, но 17 тысяч здоровья это потому, что у меня уровень сложности уже увеличенный, не самый обычный. Вот, но вообще он мне проблем не доставил на... при первом прохождении. И сейчас он мне тоже проблем не доставит. Хотя бьет он под 238, неплохо. Но я просто его сейчас за комбо... А, нифига себе, он лечится. Я думал, я его за комбо сейчас вынесу. Тогда давайте укрепление сделаем. Три заклятия. Нормально, он себя полностью здоровье восстановил. Но вот не криты пошли. Бездействие. Серии ничего не могу делать. Тогда будем делать... ставим летучих мышей, накидаем ему. Укрепление пока есть. Опять он лечится, вот же сволочь. Не так-то просто его и убить, наверное, да? Еще летучих мышей, вон, на 10 ходов. Наверное, кусать-то его можно. Лечиться хотя бы я буду, да. Лечится, но не... урона не наносит. Не такой-то он и легкий, оказывается, да? Как показалось. Сейчас возьмет, опять отхиляется. На 5 ходов все делает бездействие. Нормальный такой тип. Пропускаем просто ход. Вот сейчас его можно уже будет бить. Поехали. Только попробуй отхилиться. Сейчас будет комбо. Вот за комбо надо его забрать. Раз, два, три. Что-нибудь оружием ударить. Давай еще крит. Нет. О, нормально. Оружием не убьет. Блин. Ну ладно, он не вылечился, и это была его ошибка. Мышки его доели.
Немножко опыта, немножко вещей. Задание у нас обновилось, и дальше отправляемся обратно в Айронхолд. Ну и завершением квеста «Пропавший смотритель костров» нам надо опять поговорить с Петрониль. Он мертв, не так ли? Я это чувствую. Одержимый демоном, я говорил ему не ходить в те горы, там творится что-то неладное. И рыдает. Выполняем, получаем еще 2000 опыта. И если вам видео хоть как-то казалось полезным, то поддержите его лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы смотреть полное мое прохождение. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.